Привет всем! Продолжаем наши мини-занятия помощи по здоровью. Сегодня я покажу вам точку матки или точку простаты. Многие мучаются различными болезнями в этой области, вызванными различными ситуациями. Но сейчас мы не будем в это углубляться. Вы просто можете сами проанализировать, есть ли у вас здесь какой-то сбой или нет. Вы точно так же, как и с точкой с яичниками и ходами, находите косточку и от нее касательную линию проводите. И прямо на середине, можно сказать, под косточкой, вот в этой ямке, расположена вот эта вот точка. Точка простаты или точка матки. Если здесь есть неприятные ощущения, это связано с отложениями определенных кристаллов, которые откладываются только в том случае, если у вас есть какая-то работа нарушения этих органов. Как это ближе, уже как это глубже все это вместе связано, вы узнаете на моих курсах или из индивидуальных занятий. Также приходите на мою диагностику. Я желаю всем здоровья, поэтому, если у вас есть здесь проблема, берете свой большой палец, он всегда у вас, вам не нужно покупать какую-то таблетку. Конечно, поход к врачу не воспрещается, а поощряется. Сдайте кровь, проверьте себя. Если есть какие-то небольшие ухудшения, то просто сделайте рефлекторный массаж. Это доступно и удобно. 7-10 раз по часовой стрелке, как вот я сейчас делаю, утром и вечером, ежедневно. Я желаю всем здоровья и хорошего настроения. Всем пока!